знаю даже, с чего начинать. Но так обидно и так больно. Иногда в жизни происходят такие вещи, что ты не ожидаешь, что, может быть, с тобой такое в жизни произойдет. За что, спрашивается? Дело в том, что я узнала, что самый близкий человек, который я считала своим близким, моей единственной такой вот подругой на всю жизнь, отвернулась от меня на все 100%. А сегодня утром я еще узнала, что она удалила меня из друзей и, решив оборвать вообще все связи со мной, значит, она не хочет видеть меня в своей жизни, не видеть, не слышать. Просто, знаете, так обидно, так больно. Я в шоке. Я не знаю, что я такого сделала. Я обратилась к ней через видео. Мне многие люди поддержали, но она так и не повернулась. Она еще взяла и заблокировала меня. Мне очень больно. Извините, может, это сейчас нелепо записывать это видео, но мне так плохо, так больно. Значит, дружбы совсем не было между нами. Столько лет мы были вместе всегда. Может, не каждый день, но около 30 лет. И как может так все рухнуть за непонятную какую-то причину? Просто мне так хочется поделиться с вами своей болью, друзья мои, кто меня видит и все. Как мне быть, скажите? Как достучаться до неё? Потому что я считаю, что я ничего не сделала ей плохого. Ну, может, ее раздражает то, наверное, то, что я вот... Что я делаю? Потому что она стесняется, стыдится меня. Что я делаю видео, загружаю все. Она думает, что я дурачусь. Действительно, от того, что мне плохо, из-за этого я делаю. Хочу общаться с Виром, потому что мне иногда бывают такие моменты. Тяжело. Семья с семьей, но в жизни тоже должен быть близкий человек, на которого ты можешь надеяться и с уверенностью сказать, что тебя ждет там один-единственный, который, как ты, вторая половина твоих мыслей. У нас всегда все было нормально. Не знаю. Простите меня, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Я ей написала опять. Она прочитала мое письмо, но не ответила. Как мне быть? Скажите, что делать мне? Как подостучаться в ее двери? Может, вы мне подскажете, что мне очень плохо.